Готовые к труду и обороне тоже не остались без внимания. Из нескольких тысяч тюменских школьников всего 400, это дети от 9 до 17 лет, сдали норму ГТУ на знаки отличия. Сегодня в Тюмени заслуженные награды вручили ученикам Калининского округа. Ребята получили 5 золотых, 56 серебряных и 58 бронзовых значков. Получил я золотой значок, и мне было нетрудно, потому что у меня хорошая физическая форма, я занимаюсь большим теннисом и стрельбой из винтовки. А сложного было только, по-моему, подтягивание, потому что я подтягивался очень мало летом. Хорошо, что возродили золотые значки ГТО, потому что я видел у бабушки с дедушкой ГТО значки, и мне тоже хотелось такие значки, поэтому я еще из-за этого участвовал.